Сибирь Автошкола. Категории Б, Б, С, С. Телефон 40-40-06. Расскажите, пожалуйста, о чем вы сегодня думаете? О чем? О весне, о новых планах, о мечтах. Что, в смысле, о чем думаю? Ну вот в прямом. Есть какие-то мысли в голове? Или так сидите? Просто отдыхаю. Я, например, думаю о том, одобрят ли мне заявку по кредиту. И уверенность есть какая-то? Уверенность, да вроде есть. А зачем вам деньги? Деньги вам зачем? Деньги автомобиля. Скажите, о чем вы сегодня думаете? Ой, да, про работу. Я пенсионер, ни о чем не думаю. Совсем? Ну, а что? Жить как-то надо и все. Больше что? Я, между прочим, конечно, народный артист Бурятии. Бурдраме всю жизнь отработал. Скажите, о чем вы думаете? О своих личных проблемах. Телекомпания ТВ, расскажите, пожалуйста, о чем вы сегодня думаете? Я думаю о том, что сегодня я самый счастливый человек на свете. Ух, я не буду спрашивать, почему. Ладно, давайте расскажите, а вы? Что? А я пропустил мороженое. Я порвала в школе капронки и думаю, насколько я неудачлива. Да я не думаю, просто жду. Чем я занимаюсь? Да вот купил, значит, эти голубцы. Но что-то дорого мне кажется, да я смотрю, где цена есть или нет.